Доброго времени суток всем, добрые наши зрители, гости канала «Волшебники». С вами волонтер Наталья и приют «Твори добро». Сегодня у нас ролик о сборе финансовых средств на питание. И, как всегда, ролик у нас выходит позже. Питание нам надо собрать во вторник вечер, среда, утро, край. Это долг за предыдущую неделю, потому что понедельник у нас выходной, все знаете, да? Машина должна приехать во вторник, либо в среду. Ну, то есть, по мере того, как мы погасим долг. И уже опять будет две недели. Ну, к сожалению, вот так живет приют. Но опять благодаря вам, вашей посильной помощи. Из-за того, что мы все вместе объединяемся, приют существует на ваши пожертвования. И мы живем благодаря только вам. Наши собачки всегда вам передают самое большое-большое спасибо. Вот. И хочу еще сказать, заходите к нам, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал. Это очень важно. Важно тоже для продвижения наших постов, роликов. И обязательно прошу вас, пишите комментарии, ставьте лайки. У нас достаточно большое количество на канале. Вот. И, как всегда говорю, нас 18600 уже. Поэтому, ну, в среднем просмотры у нас составляют 1500-2000. Ну, когда меньше. Ну, пусть даже я 1000 людей беру, просмотревших этот ролик. И вы каждый можете помочь в общую копилочку 10 рублей, 20, 50. И, как я всегда говорю, с ручейка, с маленького ручейка собирается большая помощь. И тогда мне не придется в очередной раз писать СОС, кричать, просить, потому что мы их с вами спасли, мы дали им жизнь, подарили жизнь. И благодаря вам они живут. Потому что неоднократно я писала, что в 2019 году у нас собак всех стерилизованных, чипованных убили. Сейчас собак просто травят, вот, это страшно, но я всегда говорю, один в поле не воин. В 2019 году мне хватило понять, что когда ты идешь одна против всей власти, это можно рисковать своими животными, поэтому куда бы мы ни писали, что бы мы ни делали, все равно, как вы все знаете, идет на местную администрацию, и все это заканчивается ничем. Поэтому спасли жизни многих животных, мы с вами подарили семьи. И просим вас не бросать приют, оставаться с нами. Заходите в телеграм-канал, в Яндекс.Дзен, смотрите, следите за новостями и поддерживайте наш приют и наших собачек. С большим уважением ко всем к вам, волонтер бездомных животных, приют «Твори добро», Наталья.